В этом году Петропавловску исполняется 271 год. Праздничные мероприятия по этому поводу пройдут в воскресенье 9 июля. Развлекательная программа составлена так, чтобы каждый горожанин мог найти что-то по душе. Так, любителей спорта в 10 часов на стадионе «Динамо» ждут соревнования по стритболу и пляжному волейболу. В парке «Северная звезда» на озере Пестром пройдут чемпионаты по триатлону, футболу. Здесь же в 16 часов состоится фестиваль красок и вечерняя молодежная концертная программа. Ретро-программой порадуют и в Парке Победы. И, конечно, не менее насыщенные мероприятия ожидают на Центральной площади. С 10 утра мы начинаем свою концертную программу с участием артистов городского дома культуры. У нас планируются еще и спортивные игры на площадке, будут аниматоры задействованы для детишек. И особенные гости у нас приезжают из Астаны. Это особенные модели, можно сказать, возрастные. Их возраст от 65 до 80 лет. Они, кстати, представляют нашу страну, Казахстан, на международном уровне. Это как Франция, Германия, Италия. И это будет показ национальной одежды.